У вас вот против вас нормальный клан на двух эсминцах и подводной лодке. Да это спору нету, блин. А, там, кстати, отряд тоже эсминец и подводная лодка с демоном. Нет, у них подводная лодка не с демоном. У них подводная лодка с Кремлем и с Холландом. Я про наш. А, да. Короче, парни, Саныч пойдет вот таким маршрутом. Это вот 100%. Туда, он не пойдет, он пойдет Кремль прикрывать. Он всегда так ходит. Я думаю, вот так пойти. Правильно, туда не ходи. Авика нет, но в целом, блин, последняя точка лишняя. Ну, я примерное направление. Я вот, вот здесь буду тереться. Саныч пойдет туда. Нравится мне вас слушать. А пойду я в пролив, как обычно хожу. Саныч в кишку пошел. Саныч, да, он. Где украсть, где покараулить. Хороший человек, в принципе. Че, два минотавра? РЛС долгая? Так, если он говорит, что у них Кремль, то у них... А, господи. Сейчас выяснится, что вы на С, да? Да. Нет, мы на А. Я еще раз говорю, я не вру. Вон Кремль. Опа, все, я даю торпеды по нему. Давай, давай. Вы уже и точку захватываете, какие молодцы. Мне интересно, а что где это, что них... это он в отворот не пошел? Кремль, а где у них Минотавр, интересно? Да, ему нравится мои торпеды собирать. Так, а кто его светит? Ага, понятно. Вот шишка, о, а кто тебя светит? Блять, совсем не нужна бы была. Ой-ой-ой. Вот и меня теперь тоже светит он. РЛСК. Вижу. Они сейчас по очереди их будут запускать. Да, 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 да. Я убегаю. Я тоже. Я не уйду, походу. Я тоже. Я же говорю, Саныч пойдет так. Да. Молодцы, 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 я знаю. А, он вообще, смотри, как прошел. Да это скилловый пацан, наверное, уже добрался более-менее опытом, блин. Ну, есть. Опа-на. Да, бывает. Опять. Блять, я же вас предупредил, вы что-то вот себе на уме играете, блин. Ой. Ну, блять, а, вон он откуда выполз. Давай. А что у вас так много-то, блять? Ну, Минотавры, два с РЛСом. Это тебе, блять, не с этими играть. С мелочь по карманам пили. Все. Да, все. О, блядь. Не, ну просто они могли на С быть. Точка А пошла. Хорошо. Серега, не подставься, пожалуйста, я имею в виду Кремля. Ох, блядь, одному Минотавру из клана Брау кирдык пришел. Блядь, я его вообще написал? Не. Тини, красиво. Ну чё, не добавить, не прибавить. А на этой подлодке всегда так надо. Упоролся, а потом кого-нибудь разобрал. Успел, не успел, а потом свалил. Пока вот еще 42 секунды отката этого. Ух ты, блядь, дельный на дымой навышел. Что-то я перехвалил этот клан, блядь. Они вон острова пилотируют. Уже две лодки у нас в минус. У нас 4. Ну, я вы думаю... специально на заблуждение вводите, а потом победите нас всех. Ой, ебёна мать, Кремль тут. Че? Серега, Кремль. Играй по Кремлю в бок. Да я бегу к нему. Да не ты, это Кремль наш. Только шишки борт не ставь, она тебя разберет. Уходи он куда-нибудь за эти острова, он, которые двойные вот эти вот там, хер поймешь, как их назвать. Саныч, там возле мата трется. Да ебать, серьезно. Да ё-моё, блядь, серьезно. Да, ну, я вот только собрался куда-нибудь сходить.
Не надо. Так, он Кремль откинулся. Понял. Что, придется минутку потерпеть. Так, а ты, Серега, на чем у нас 45-ка? Да. Значит, ты... Я прям... О! Дядя Саша уже там. Да я обнаружился, не говори. Мне Кремль этот вообще, блядь, как серпом по яйцам. Ваш-то, который уходит сюда? Да наш-то нет, вот как раз, блядь. Наш-то я нормально сейчас себя чувствую. Вот ваш прекрасный Кремль, блядь. Правильно, под прикрытием Минотавра-то можно повыдрёпывать. Да, блядь, а то, блядь. Я ж тебе говорю, Краун Браво самый лучший в мире клан, блядь. Сейчас тут еще мне импульс, блядь, придадут, блядь. Для ускорения. Ну, пошел лучший. Это в обход туда, где я там был, наверное, так. Блять, Кремль въехал в пень. Как я такие вещи люблю, блядь. Да, Кремль молодец. А всех сейчас будет огребать, пока развернет тут колонны. Ну мой. Ой, все. Мой. Фу, я думал, кошмар. Наш кошмар пришел. Он где-то рядом сидеть со мной. Не знаю, он к тебе туда хочет пройти, Саныч. Да у него вендетта, видишь, объявлена. Вот он. Ого, не понял, блядь, что означает-то, блядь. Ничего себе. Так он уже прошел, что ли? Не, это я. Это другой, глянь, к вам туда пришел. Еще один, блядь, явился. Вот же, блядь, и сколько их тут, как... Я не знаю, что с ними делать. Ну, зараза, блядь. Какая ремка, товарищ Тинитун? Как обычно. Серега, спасибо. Да, еще если есть. Ремку? Да при чем здесь ремка, блядь? Смотри, Саныч, он к тебе туда пошел. Да кто? Кошмар. Да, это, блядь, ну убьет кошмар. Лодку вражескую утопить. Вот это, блядь, да. Блядь, сука, нахуй. Долбаная это, блядь. Вот. Там у тебя это самое еще. А ты помер, что ли? Или нет? Я нет. А, нет. С чего ты взял? Да я забыл, что бомбометы на носу, блядь. А зачем ты убегаешь, я не понял. Ты где, родной? Да ебаные РЛСники, как вы заебали, если честно? Никуда я не убегаю, блядь. Или ты здесь кому, Сереге, говоришь? Вот у вас дуэль, блядь, между пацанами. Опа, я свечусь. Какой ужас. Мне вот этого вот забрать. И все. А че эти ваши торпеды? Серега, это... кинь кошмару, блин, бомбы. О, отлично. Все, теперь шишка. Ай, блядь. Все шикишима бы не закидал бы, вообще бы было бы прекрасно. А че, кошмар живой? Да, он где-то светит, а у меня нету этой. В КД еще. Гоняется за мной. О, и... попал пелен. Сейчас торпеды полетят. Да вообще капец. Ты держись. У него мстя. И она да страшна. Она на всех уже распространяется. Видишь, он как вот аж прям, голос сорвал. Прям рядом. Рядышком прям такой. Сейчас тут будут танцы подлодок, знаешь? Да. Вот они, вот они. Вот начинается. Ну, с такого, с этого расстояния они не это... не взводятся обычно. Да я кул. Они не то что не взводятся, они даже не поворачивают. Ну мне тут еще летит. Это самое. Ну вот как раз сейчас будет самое вот интересное, когда у тебя уже это и нет, а у меня сейчас как раз только откатится. Не, они вправо вообще прошли, метрах в 100. Да, я понял. Сейчас в вашем споре поставит точку Минотавр, блять. Ну и следом я подтянусь. Вот, Дима, забирай Минотавра, а потом я тебя грохну. Свети его сначала. Ну, о, вот пожалуйста. Он.
30 метров. Куда ты стреляешь, Минотавр, блядь? А есть некоторые такие пытаются, знаешь, на 60 метров прострелить воду. Ладно, чувствую, без меня это не кончится. Не вертись. Да, блядь, ну не вертись его. Ну, блядь, а как тут? Все, поиграл. Зато весело, блядь. Реально весело. Ладно, мужики, давайте пошел, я это уже. Ладно, спасибо, ребят, за игру. Я тоже, давайте, счастливо, до свидания. Да, счастливо. Я тоже попозже приду. Хорошо, да, я сейчас высплюсь и тоже зайду.